Первыми в списке объектов – крупнейший агропромышленный холдинг в городе и молочный комбинат. Виктор Томенко оценил масштабы производства и пообщался с рабочими завода. Люди говорили о наболевшем – разбитых дорогах, дефиците медицинских кадров, низких зарплатах в Рубцовске. Виктор Томенко отметил, город нужно и можно развивать. Для этого необходимо повышать социально-экономический потенциал Рубцовска. Впрочем, как и всего края. Стратегическая программа по развитию региона уже разработана. Главное, по мнению Томенко, учесть пожелания и нужды людей. Как и многих рубцовчан, сегодня остро волнует пенсионная реформа в России. На встрече с работниками завода запасных частей Виктора Томенко спросили о том, как он относится к повышению пенсионного возраста. Вопрос только-только начал публично, широко обсуждаться. Поэтому я ваши сомнения, мнения, пожелания обязательно вот все буду выслушивать, буду учитывать, потому что властям Алтайского края отзыв свой на законопроект тоже надо будет направлять. По завершению визита в Рубцовске Томенко принял участие в праймерис, предварительных внутрипартийных выборах по выдвижению кандидата на пост губернатора. Подробности мы дадим в ближайших выпусках.